Друзья, привет! Всем доброе утро! Тряпку взять. Ой, прохладно у нас. И мне вот так вот тоже здесь прохладно. Так, сейчас я поставлю, не знаю, что это будет, или обед, или полдник. Поставлю в аэрогриль готовить, а сама займусь печкой. Вот, я там все приготовила. В общем, знаете, что я вам скажу, мне уже все надоело. Мне эти ремонты уже надоели. Я уже от них устала. Когда конец будет или нет. Ой, вообще, нашла шпатель один такой с рубчиками. Один большой прямой шпатель. Маленького найти не могу. Вот куда дело? Уже все везде прошлась по этим. Все. Вот как запихаю сама от себя. Так я его не нашла. Вообще не знаю. Так, что я сегодня буду готовить? Ой, сама от себя, девочки, придумала это все. Я не знаю, думаю, я ж покупала вчера мента, я вам говорила или нет. В общем, я его здесь, ну, порезала ножничками, вот эти плавники все срезала. Посолила, паприки добавила, масло подсолнечного сверху. Потом что еще? И чуть-чуть соевый соус, чуть-чуть сверху. И вот так вот я все. Оно постояло, как бы помариновалось, да? Это мента. Здесь две рыбки. Рыба такая. Так, я, наверное, уберу вот эту. Так вот. Я думала, можно будет на листики. Нет. Листик как поддон. Туда должно все стекать. И он, когда ставишь его вот так, он падает, не держится. А вот эти вот, на вот этих решеточках готовить. В общем, я складываю так вот рыбку сюда вот, маринованную. Хотела просто пожарить, но мне охота, интересно, думаю, что получится в гриле. Курица-то получилась замечательная. Вот. Так. И картошку также самое я посолила, паприки чуть-чуть, потом что я, желтенький такой порошок, как называется, в общем, забыла, и маслом подсолнечным тоже ее это, и вот так прям, знаете, раскладу между рыбкой, там, не знаю, по краям, вот решила так я сделать, интересно, что получится, запечется оно красиво или нет. Там программу можно выбирать, время можно добавить. Например, если оно еще не приготовилось, там легко и просто. Можно добавить время. И насчет этого вот хорошо. Так, все. А водичка вот поставалась. Я, может, потом в процессе, когда будет поджариться, сверху смажу кисточкой. Это же все вкусное. Ой, вот так вот у меня получилось. Так, пойду я поставлю, сразу включу. И пусть оно запекается. Пока донесу, чтобы не капало. А потом я эту бумажку, я ее ложить не буду. Я ее уберу. Я включила аэрогриль. В общем, смотрите, 200 градусов я включила на 25 минут, по инструкции 15, но я добавила. Вот, здесь можно добавлять. Включила на значок рыбка, вот она мелькает, на значок конвекция, чтобы оно обдувало. И включила подсветку, видите, лампочка. Ну, подсветку можно отключить, я посмотреть, как оно там выглядит. Вот так вот нажимаю на лампочку, оп, свет включили, вот. Оно погорит, потом отключается. Ну и посмотрим, что у нас получится. Уже запах пошел какой-то вкусненький. Самое интересно. Оно все мелькает, мелькает, мелькает. 23 минутки уже осталось. В общем, идет обратный отчет. Так, вынимаю, вынимаю. О, такое вот блюдо. За 5 минут
до готовности я его вытащила и смазала этим соусом. Так, а где у меня девалась эта палочка? Что тут с картошкой-то? Ну все, картошка пропеклась. В общем, блюдо такое получилось полезное. А нам хочется вредного блюда, жирного. А это, видите, оно так не получается, как в сковородке. Здесь совсем по-другому. Вот так вот, друзья. Ну, я думаю, вкусно. Рыбка вот так вот она приготовилась. Ну что, друзья, я взялась за работу. Вот. Не так-то это просто. Оказывается, это тяжелее, чем поштукатурить. Ой, кошмар. Здесь надо все выравнивать. Вот здесь вот я срезала. Это здесь был асбест. Лист асбеста вот сюда свисал. Я его кое-как срезала. И здесь срезала. Теперь вот это все надо почищать. Вот. Лишнее почистить. Вот эти все щели нужно позамазать, где что торчит, нужно все убирать, лишнее вот это все, и все это выравнивать. По-моему, я буду до Пасхи здесь работать, до следующей. Ой, как это все трудно. Вообще, когда вот так почистится, я и ролик смотрела, потом нужно влажной тряпкой вот это все протереть, чтобы вот этот песок весь все смылось. Печника какого-то я смотрела сегодня. Видите, здесь щели, надо промазывать до конца, чтобы были полностью промазанные. Вот это вот что-то торчит здесь. Опа. В общем, все вот так вот. Чуть ли не каждый кирпичик надо очищать. Ну ладно, это я потом буду хорошенько. Оно вот промоется. Какими этими. Так интересно. Неровный. Ну, наверное, так задумано. Вот, отваливается сколько. Глины. В ребрах в этих. Сказали замазывать также глиной. Вот так вот там дядечка вот так вот ходил. И вот так вот он шоркал влажной. Вот так вот. Ну, постоянно воду, вот эту постоянно он смачивал, полоскал. Если постараться, то вам видно, нет. Если постараться, то оно это прошоркается. Короче, геморрой еще тот на голову нашла на свою. А что делать? Штукатурить не умею. Нанимать кого-то? Не за что нанимать надо. Деньги платить хорошие. Буду сама. Короче, как смогу, так смогу. Так, вот тут надо подскоблить. Как смогу, так смогу. Еще руки хорошо работали, господи. Раскрылатилась. Руки-то не работают.
ко мне распрямляются. Так. А что если сразу вот это делать? Набрать воды и сразу вот это все протирать? А нет, все равно замазывать. Ладно. Вначале отскоблю. Вначале, девочки, все обскоблю. В общем, набирайтесь терпения. Это до следующей Пасхи. Буду вам одно и то же показывать каждый день. Или отдайте сюда мне на помощь. Кто скоблить, кто мыть, кто красить, кто что. Всем работа найдется. Просто вот грязная. Я не знаю, друзья, вам видно или нет. Ну, я закончила скоблить, да? Ой, что-то я устала вообще. Ну, мне видно, что чище стало и ровно. Ну, шероховатостей нет. И по углам вот здесь вот я там соскоблила. Ой, здесь вот замучилась. Ой, с этого края вообще замучилась. Там надо еще закидать на раз латку эту. В общем, сейчас буду раствор делать и замазывать щели. И здесь вот так вот я прошлась. Ох, руки вырвало, друзья. Все, я устала. А делать надо, а сил нету. Вот. Ну, надо хотя бы сегодня замазать. И видите, что накидала. Замазать и вымыть здесь. И все на сегодня. Сейчас разведу. У меня разведено. Сейчас принесу, буду замазывать. Ой, друзья. Что я могу сказать? Ну, я устала. У меня нет сил уже. Ой, работы сколько много. Ну и сейчас вот буду вот, как сказать, мыть. Смотрите, что. Вот по низу там еще замазывала, заштукатуривала. Я не знаю, я не мастер. В общем, как могла, так я сделала. Вообще, я не могу. Ой, печку помыла. Сил у меня прям никаких дамских нет. Вот там вот в углу. В общем, как смогла. Подошву эту, или как она называется, под печку, тумбу эту заштукатурила, замазала ли. Так, вон там все сравняла. Выключи свет. Ой. Так, вот потолок сравняла. В общем, все там позамазывала. Вот, теперь пусть это все сохнет. Здесь терла, скоблила, здесь щели замазывала. Потом еще. Я сама себе думаю, зачем вот это все. Ну ладно, там лишнюю намазку я сдерну. Оно и все забелится. Это же она как. Эта краска, она как из звездка, такая густая, акриловая. Вот. Поэтому я же не лаком, чтобы прям под лак. Если бы я лаком покрывала, то нельзя, чтобы вот это все было видно. А оно так забелится, будет вот так вот, как вот эта стена. Ну, поначалу будут кирпичики выделяться, а потом и кирпичи со временем забелятся. И будет просто ровно, я так думаю. Так что я тут сильно что-то сегодня приложила руки. И с той стороны, ой, вот так вот я там сделала. Ну, здесь вот приклеится еще это. Ой, там еще не ободрала от плитки вот эти белые. Клей этот надо снять. Приклеится вот эта плитка, но как бы там закроется маленечко. Вот. В общем, я не штукатур-маляр. Мне это дается с трудом. Я очень устала. Вот. Сейчас я все тут помою. Если, девочки, завтра не выйду в эфир, то я в ауте. То я лежу в ауте после сегодняшнего.
Ой, господи, так время, наверное, уже вечер. Я не ела, не пила, а пить хочу. Я даже не знаю, сколько времени. Все, сейчас полы помою и на этом дело закруглю. Так, что-то надо вынести. Кажется, тяжелая, то была легкая. Усталая, кажется, тяжелая. Вынесу сейчас на улицу. Все, друзья, буду завершать свое видео. На сегодня моя работа закончена. Маленечко еще нужно отдохнуть. Часы встали, надо батарейку. На моих 7 часов. То ли утра, то ли вечера. Стоят уже дня 2. Тикает так, стрелка туда-сюда. Надо эту купить батарейку, я забываю. Ой, ну я так маленечко, конечно, довольна, что я хотя бы в кухне сделала. Там в зале, в спальне меньше простенки. Но там работы больше тоже. Там вот так вот по краям много отваленного. Надо будет штукатурить там. Глину надо замочить. В общем, что я замочила глину, я все использовала. И добавляла шпаклевки эту. Я не одной шпаклевкой, а добавляла в глину шпаклевку. Ой, штукатурка она называется. Вот. Так и в зале буду делать. Все, сейчас помою, пусть сохнет до понедельника. Вот, завтра выходной я ничего делать не буду. Буду гулять, дыхать, лежать. Друзья, я телевизор не включала неделю. Представляете, у меня неделю не работал телевизор. Надо включить, хотя бы послушать новости. Друзья, всем пожелаю крепкого здоровья. Всем всего хорошего. Всем хороших выходных. И всем пока-пока.